Снова здравствуйте. С вами последние новости. Средства массовой информации пишут, что российский биатлонист Александр Логинов готов встретиться с французским спортсменом Мартеном Фуркадом, который продолжает критиковать российского спортсмена. Мартен Фуркад назвал победу россиянина в спринте позором. Также известно, что и ранее он нелестно отзывался о Логинове из-за допингового скандала, который произошел несколько лет назад. Логинов отметил, что во всех моих интервью обычно все переворачивает с ног на голову, но постоянно провергать слишком долго будет. Встречи с Фуркадом? Я готов встретиться и поговорить со всеми. Если есть какие-то вопросы, то я на них отвечу. Напомним, что после триумфа в спринте биатлонист пришел лишь пятым к финишу гонки преследования. Эту ситуацию прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев. «Все нормально, ничего страшного в этом нет. Видимо, переволновался парень. Наверное, накопился у него, но было какое-то высказывание. И ладно, столько написано на эту тему, столько подковырок со стороны иностранной прессы было. Так что думаю, что он закалился. Злее будет и будет доказывать свою силу», – заявляет именитый спортсмен. Пожелаем Александру Логинову новых побед и силы воли. Так держать, Александр. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!